субмарин, но не могу в нее попасть. Мне нужна твоя помощь. Моя семья уже совсем близко. В какой-то сотне ярдов. Что станем вроде как звеньями великой цепи. Только цепь самого Райна оказалась из золота, а наша такая с большим железным ядром на лодыжке. Он сейчас в форте веселый, с модными модельками развлекается. А мы тут в этой выгребной яме потрошим рыбу. Фонтейн обещал нам кое-что получше. Он же вроде как один из нас. Ты знаешь, сам себе на хлеб зарабатывал. Он велел к 11 часам подходить на рыбный склад. Я схожу и пару человек прихвачу с собой. Уж-туж, все равно некуда. Нажми на кнопку там, в будке управления, и впусти меня. Думаю, нам пора пожать руки и познакомиться. Ты поразвлекся, но теперь довольна. Если нажмешь эту кнопку, то узнаешь, как я поступаю со своими врагами. Я не могу их держать! Надо отступать! Только вытащи мою семью!
Способы решить загадку. Найти ответ или убрать ее совсем. Беги! Беги! Проберись в Аркадию! Господи Иисусе! Ирландский хрях предложил мне сделку. Я им ставил фонтейны, и они меня отпускают. Вот так запросто. Только откуда мне знать, что этот толстяк сам не работает на фонтейна? Откуда мне знать, что все они на него не работают? У фонтейна есть Адам, который всем нужен до зарезу. А у Райны язык хорошо подвешен и модный костюмчик. Даже тут внизу любой кретин поймет, куда ветер дует. Почти выбрались, а потом дернул за веревочку. Мы найдем этого подлеца, найдем и вырвем его сердце. Я пришел сюда, чтобы достичь невозможного. Ты пришел украсть то, что не способен создать точно сметенный гун у врат Рима. Даже воздух, которым ты дышишь, это я за него плачу. Ну так дыши глубже, а потом вспоминать его вкус. Доберись до батисферы на пологих холмах. Она тебя хоть к черту на рога доставит. И тогда по всем долгам будет уплачено сполна. Процедура возрастания
увенчалась успехом. Моллюски в одиночку не производили достаточно адама для серьезной работы. Но в сочетании с хозяином у нас кое-что получилось. Моллюск вживляется хозяину в брюшину. И после кормления хозяина мы вызываем отрыгивание, что дает нам 20-30 раз больше пригодного к использованию адама. Теперь проблемой стал дефицит хозяев. Фонтейн говорит: терпение, Тененбаум. Скоро откроется первый дом для сестричек, и проблема будет решена. Thank you.
протянутой рукой. Простите, ты без... Спасибо! Спасибо вам большое! Я готова ко сну, мистер Бабблс! Thank you.
Разряд в 1000 вольт остановит ваших врагов. Если противник стоит в воде, ему придется несладко. Конечно, никакой не ботаник, но, по-моему, Райан погубил Аркадию. Он распылил в воздухе какую-то дрянь. Дно океана, парень. Весь кислород дают деревья. Нет деревьев, нет кислорода. Мне надо подумать. Подружка Райана в Аркадии. Это дамочка по имени Лэнгфорд. В общем, она ничего, но за деньги ни от какой грязной работы не откажется. Если она еще жива, то, думаю, захочет спасти деревья. Ведь это она их сажала. Thank you.
и оскверняй это место! Спасибо. Время спать, ангелочек. Мои деревья. Это же не ты, правда? Нет. Райан. Кажется, я знаю, как спасти деревья. Это генетический препарат. О, смотри, с кем я говорю. Ты не мог бы найти мне образец розы Галлики? Посмотри в гроте. Мне надо продолжить работу, пока есть время. Давление по поводу плазмидов было немыслимо. Имелись побочные эффекты, слепота, безумие, летальный исход. Но если не испытывать данную идеологию, тогда зачем она нужна?
Рынок не реагирует, как младенец, и не визжит при первом же недовольстве. Рынок терпелив, и нам следует брать с него пример. То, чем занят Фонтейн, что ж, попробуй сам предложить что-нибудь получше. Да, 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 я знаю про герметизацию, нелепость. Дайте мне щетку. Первые испытания лазеря были очень многообещающими. Если роза Гарика зацветет, тогда богом клянусь, я буду точно знать, что все получилось. Быстрее, закрывается! Ну ладно. Иду, но кто-то должен найти способ вернуться и проверить образцы. Это очень важно. Все! Где ты прячешься? Это вам не вшивая ночлежка! Это долго не продлится! Он скоро отключится! Сомневаюсь, что... Иди сюда немедленно! Хватит тратить мое время! Прочь с глаз моих! Это долго не продлится! Только и... Что, убегать, да? Я слышала, что творилось на площади Аполлона.
я спросила у Райана, как он может так поступать с невинными людьми. Он возмутился. Невинные? Если они хотели защищать Восторг, значит, приняли сторону Атласа и его бандитов. Так что никаких невиновных тут нет. Только герои и преступники. Принес Розу Галику? Ну так чего же ты ждешь? Письменного приглашения? Посылаю ее по пневмотрубе. Да, превосходно, превосходно. Зайди ко мне в кабинет, я сейчас тебя впущу. Кажется, я знаю, как нам вернуть в лес зелень. Включала систему безопасности, так что стрельбы не будет. Заходи, Гарри, в кабинет. Проклятые маньяки. Трудно поверить, как многое изменилось с тех пор, как я ушла от доктора Штайнмана. Восторг так изменился, его почти не узнать. Я слышала, что творилось на площади Аполлона. Я спросила у Райана, как он может так поступать с невинными людьми. Он возмутился. Невинные? Если они хотели защищать Восторг, значит, приняли сторону Атласа и его бандитов. Так что никаких невиновных тут нет. Только герои и преступники.
сказал, что старого пса новым фокусом не выучить. Сперва женщина-биолог 4 года придумывает способы, как очистить от листвы деревьев в Тихом океане, чтобы расплодить кошек. А теперь, вот, я сижу на дне Атлантики и пытаюсь сделать то же самое, только наоборот. Райан Корпорейшн сохраняет за собой эксклюзивные права на создание, использование и применение препарата ЛАЗ. Нет, прошу вас! Право собственности — это цивилизация, чудо. Мистер Райан! Мистер Райан! Всякий раз, когда мы продвигаемся на шаг вперед, Райан берет и отодвигает конечную цель на другой край поля.
но тут большей частью поля. Если ищешь что-то конкретное, советую начать с деревенской ярмарки. Переждать эту черную полосу. Мне ведь везло. Всегда везло. Ты не нравишься мне даже очень.
Откуда берутся такие, как я? Я целыми днями смотрю на гены и нигде не вижу следов греха. Я могла бы во всем винить немцев, но, честно говоря, в палачах Аушвица я вижу не чудовищ, а родственные души. Эти дети, которых я мучила, пробудили где-то глубоко внутри то, что другие считают восхитительным чудом. Но для меня это проклятие. Материнский инстинкт.